Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карольсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Вознесение. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюры на дереве» Юлиуса Шнор фон Карольсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.